работаем. Ну что же, мы сегодня с вами находимся на вечеринке, посвященной музыке хип-хоп. Кто ее не знает, может включить, я не знаю, в интернете какие-то треки и послушать. А расскажите, что здесь сегодня происходит? Сегодня состоялся крутая хип-хоп-вечеринка, хип-хоп-фестиваль. Ничего, просто зашел послушать хорошей музыки и выступить. Мир! Что такое рэп-движуха? Нижегородская рэп-хип-хоп-вечеринка, на которой начинающие ребята борются за приз, показывают... То есть это драка? Это драка, люди бьются? Это батл, так скажем. Это ребята показывают свое творчество, рэп, исполнение, подачу, работа с залом, все, то есть тут все. Как выразить себя, показать со стороны хип-хопа? Что это значит? Ну, это значит выразить свою мысль, например, темы лирические, да, то же самое отношение к любви, отношение к родителям, нечто такое цепляющее за душу. Также темы качевные, это, например, чтобы, я не знаю, клуб качался. Не зазвездись! Не зазвездись! Да. Да. Нам пора выступать. Нам пора выступать, сказал Александр. Пара фактов на лицо, много рассвета. Он не успел доесть, не дочитал газету. Стреляли из окна, ясна картина в целом. Только вот не ясно, как обводить труп мелом. Лежал затылок, болел затылок. От повседневных без пропорток вечеринок. Кому найти еще дорогу, перекрыл пути. Перекрыли кислород, теперь соскальтюрчи. Собирать приходится мозги во шнурики. Убитые таким путем, как правило, двулики. Бесспорно. Бесспорно снимаем ролики, ставим пальцы квадратиком, сидя на подоконнике. Как в объектив смотрим в пальцы квадратиком, глаза как виноградины, губы бантиком. Это занятие катит нам. Тематику катит, Дениски потянулся на катер. Я думаю, как бы мама не увидела просто. Ну, гордиться будет за сына. Репрезент, 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 это не стиль. Это только же выглядит стиль. Меня ты не увидишь, голову задрав. Редко летаю в облаках, меня зовут Навар и Страх. А что за музыку крутит в таких заведениях? Рэпчина, наверное. Модная. Рэпчина, расскажите для нашего телезрителя, что такое рэпчина. Рэпчина происходит от слова рэп. Музыкальное направление. В переводе с английского рэп – стук. Удар также обозначает говорить, разговаривать. Мне хочется его просто сейчас слушать, послушайте. Бомбейский блюз. Бомбейский блюз. А, сейчас. Либо я для микрофона наркотик, либо я на работе. Точно. Но сегодня свободен вроде, так что готовьтесь. Ту здесь все те же вежливые мятежники. Небрежные в одежде, но с надеждой, как прежде. Программа «Что происходит?». Давайте посмотрим, что происходит дальше в твоем любимом городе Нижнем Новгороде. Поехали! Поехали!